Был перекопан, строилась подстанция на 1000, потому что коммуникации не хватало, строилась подстанция на 1000 этих самых ква, строился водозабор на озере, строились очистные сооружения для всего города. Потом один из директоров однажды на совещании сказал, значит, в мире теперь три города, Москва, Чикаго и Людиново имеют очистные сооружения на перспективу. Москва, Чикаго и Людиново. Это действительно было, я не знаю, как там Москвой, Чикаго, с Ленинградом, не знаю. Но действительно в Людинове было сделано. Сейчас там шлепают дома, а всего навалом, воды навалом. И вода там не жесткая, отличная вода, понимаете? Не как у нас здесь, вон, чайник, через три дня приходится чистить каждый. А там замечательная вода, замечательные очистные сооружения. Построили вторую нитку газопровода, все заводы газифицировали. Там огромная работа проводилась, понимаете, в советское время. Четыре завода союзного значения для такого городишка. Не пиши ты меня, что ты меня пишешь?